Всем привет, всем доброе утро. Доброе утро. Вот мои первые выходные. Я его уже припахала. Так ты в орехи должен был почистить еще 2 недели назад. Не доходил. Не доходил, сегодня дошел, да? Сегодня дошел. Да, мы сегодня решили сделать орешки с Володей. Вдвоем будем делать. Ты будешь мне помогать орешки делать? А в прошлый раз, когда мы делали орешки, я еще до конца не доделал. Да помнишь, как ты всю начинку съел? И в этот раз так же будет. Нет, тогда я лучше одна буду делать без тебя. Видишь, молодец. Наши свечки горят. Это, давай сегодня еще аквариум вон тут уберем. Куда? Ну, вот куда? Ты какую коробку выбросила? Он бы туда поместился. Вот что я тебе ничего не могу сказать. В ту коробку бы он не поместился, я знаю эту коробку. Это в которой казанчик мне вчера пришел. Пока не разбили. Ну, я не знаю. Ну, на чердак куда-то. Я не знаю, может быть, этот песок оттуда убрать? Потому что он так тяжелый, я бы уже сама давным-давно брала. Поставь его продавать. Да никому не нужен. Ага. Таких как? Знаешь? Знаю, да. Никому. С ума сходили. Много сейчас. Сейчас просто все большие хотят, маленькие не хотят. Я даже Карина предлагала Софи забрать. Она не хочет. А на ту сторону можно микровейл поставить? Это ты сразу сейчас сделаешь, да? Да. Ну вот именно. У нас... Подожди, я в сарае тоже жёг эту коробку. У тебя что, что болит еще? Ой, я вчера машину мыл. Надо же было это. А еще шеф попросил, чтобы мы помыли машины за тех, которые болеют. А, много у вас больных? Больных или фауленцы, ленивых, или как их сказать? Ну, ленивых. Нет, больных. Хватает. Больных. Хватает. Не пойманный, не вор, знаешь такое? Знаю. Сам один клоун учудил перед зарплатой, говорил, что он, как получит зарплату, он заболеет. Слушай, и заболел, да? И заболел. Ну, молодец, правильно делает. Я бы тоже так сделала. Нет, шутка. Это, слушай, а вот этот, который, помнишь, ты говорил, что ты должен был его эти бумажки все сдать? Я тебя забыла спросить. Он вышел? Ты сказал, он в понедельник теперь не выйдет. Конечно, вышел. Я вчера с ним целый день, двое мы так с ним работали. Так ты же сказал, что он не выйдет. Ну, вот видишь, он сказал, но он оказался человечный, я так считаю. Вышел? Ну, с ним двое пахали. Молодцы. Ничего не сделаешь? Интересно. Ну, сколько, все орехи вот эти вот почистить, сколько будет? Это ты, который принес, да, по-моему? Мне кажется. Нет, это я покупала, я с упаковки высыпала. Это я помню, я в шкафчике все убиралась. Я, кстати, убрала все шкафы на кухне, которые... Да? Чашки все, вот, блин, девочки, у вас тоже так же? У меня столько крышек от этих всяких контейнеров. Крышки есть, а контейнеров нет. От 3-литровых банок не выбросил? Нет, она у меня всего одна, эта крышка. Я видела, они в Алде продаются. Такие крышки надо одну купить, попробовать, как они функционируют. Девочки, кто-нибудь покупал в Алде такие голубые крышки там продаются? Ну, такие, чтобы на банку сверху можно было одевать. Такие силиконовые какие-то. Как они функционируют? Напишите мне в комментариях. Ну, мы тоже купим, попробуем. Потому что я как-то их увидела, но я в очереди стояла, не хотела из очереди выходить, чтобы мою очередь никто не занял. У нас, я думаю, как у вас, дурдом в магазинах творится. А это ужас, чтобы зайти купить что-то. И что? Ну, ничего. Ты знаешь, почти 5 касс работает вот сейчас в Лидле. Ну. И везде такой конвой. Володь, потому что опять этот ажиотаж прошел. Объявили туалетную бумагу. Кстати, съезди в магазин, купи туалетную бумагу. И эти кухонные полотенца. На 20% подорожает. Это дорого. Это ту бумагу, которую мы покупаем, это почти на 60 копеек будет дороже. Я не знаю, что они делают. Я тоже не знаю, что они делают. Кто за них голосовал? Я не знаю. Они сами себя выбирают. Что ты? Можно было не ходить. Идиоты. Мы так надеялись, что нормальные люди придут. Угу. Сказали же, что все еще будете радоваться тем временам, когда была мама Меркель у власти. Ну, правильно? Дурачок пришло. Ладно, не говори так. Пусть еще докажут у них эти дипломы или как они там называются. Это официальное все или нет? Ну тебе что будут доказывать? Ну они как?
Кому-то помешают их сразу, вот, что интересно, да? Володь, их специально так и выбрали, кому они нужны были. Угу. Мы чтоб не будем... Потом, чтоб потом на дураков свалить, да? Мы, Володь, не будем про политику разговаривать. Не ешь орехи. Поздно. Я должен... Пробовать. Годный или негодный? Ну да. Хватит. Володь, я сказала, все почисть. Ну что они опять? Они мне уже полгода в этой чашке лежат. Другую пересыпь. Мне другую не надо. Зачем? В общем, Володя, я тебе сказала. Все, что я выкинула, да, вот эти все бутылки, которые дети, напитки всякие разные носили. Я не знаю. Новые были? Они все в хорошем состоянии. И что? Одну мы с Сабрине покупали, с Америки привозили. Мы бутылочку покупали за 20 евро, по-моему. Долларов. Володь, ойра мы покупали. Не знаю, у нас пацан, у него трое детей. Володь, я не буду никому ничего отдавать, передавать. Ну, да. Но мне можешь посмотреть, мне в принципе все равно. Просто если там крышки подойдут к бутылкам, я просто не смотрела, какая крышка от какой бутылки. Ну хватит шуметь. Блин, видно же, что там уже орехи кончились. Нет, нужно еще пособирать. Боже мой, что ты там распоротриваешь? Три орешка для Золушки не нашел? Нет. Жаль. Вот что ты мне на выходные подаришь? Что ты мне на Рождество подаришь? Я на машине масло заменю. Это мне надо? Очень. Ты больше ездишь, чем я. Мне это не надо. Надо тебе. Ну, не надо. Давай куп. Я нашла чайник красивый. Давай купим чайник. Тань, ты уже много чего себе купила, и я не знаю. Так это же я купила. Я понимаю. Так это ты купи. Это мы вот так делим. Кто купил, что не купил, да, Володь? Да. А чем мы делим? Вот ты мне скажи. Да ничего мы не делим. Ну, я так просто... Да. У нас сегодня было холодно, очень. Я еле машину завел, потому что она стоит. Завтра, я думаю, я ее заряжу, пока поеду. Да? Я Сергея с собой возьму, я не был ни разу там. Mm-hmm. Он мне сразу сказал, они работают до 4. Это он завтра поедет масло на машине менять. Кстати, девочки и мальчики, он с сегодняшнего дня дома до 10 числа. Январь. Так что кто что хочет, ну и декабрь уже кончился. Кто что хочет от Володи услышать, задавайте ему вопросы, я ему буду передавать, он вам будет отвечать. Да? Кто-то, кстати, спросил в комментарии, а у вас муж кто, немец? Я написала, да, причем чистокровный. Мне написали, не похож. Вы знаете, это было всегда. Мне всегда говорили, что я был очень как темный. Темный немец? Да. Сонь, подожди, мы с папой поговорим. Что ты хочешь, моя хорошая? Вот. Фамилия у меня Вайс, это переводится белый. Мог бы и не говорить, блин, белый. В интернете, какая у тебя фамилия. Белый. Да и ты. А есть же какой-то этот... Кино как-то назвать, там тоже кто белый был? Было? Белый. Ну, есть такое кино. Сонь. Была. Было. Было. Там бригада. Тоже кто-то был белый. Бригада. А, да, ну да, вот, бригада, точно. Я думаю, помнишь, какой-то такой сериал, не помню, как называется. Соня, что ты на ручки просишься? Иди, мама, тебе что, возьму. Мои хорошие? У нас сегодня орешки по плану. Мы сегодня будем делать орешки. Очень хороший рецепт. Yeah. Кстати, кто уже делает орешки по моему рецепту? Мне просто уже даже девочки писали, что хороший рецепт очень. Сейчас я это начищу, а потом я поеду кушать куплю. Какой кушать купишь? Донер кебаб. Володь, я не хочу донер кебаб. А что ты хочешь? Опять это? Я не хочу вот это. Нет, ты себе купи, пожалуйста, я не буду, честно. Я люблю донер кебаб. Ты не хочешь, честно? А что? Ну, не хочу. Сало кончилось. Сало кончилось. Чё ты так на меня смотришь? Просто. Чё? Ничего. И чё? А чё, в окно смотрел? Ничего, просто. Мне показалось, белочка пробежала.
Да? Пока. Смотри, это опасно. Когда белочки бегают, да. Мне это не грозит. Она никому не грозит. Ладно, девочки. Валди опять... А, Валди, в Лидле, говорю, авария там опять. Что за авария? Ну, две бабки не разъехались. Да? Я же тебе говорю, движение, труба. Я же говорю, передали, что все подорожает. Сейчас люди хавают опять, как вот в прошлый раз, когда этот локдаун первый начинался. Ну что, когда... мне тогда поехать купить, честно? Ой, купи тоже, наверное, что-нибудь. А чего тебе покупают, и мы купим. Что, обязательно это и это? Ну, масло нам не надо. В каком роли они уходят? Это? Ну да, у нас они, ну они у всех уходят. Они... Ну туалетная бумага тоже уходит. Ну так, упаковку того, много не надо. Упаковку. А, знаешь, что еще надо купить? Напиши, пожалуйста. Воды. Какой? Минеральной, но только без газа. Штилет? Да. Хорошо. Пару упаковок купи, пусть стоит. Потому что сейчас люди говорят, воду из крана... Я, кстати, девочки, перестала пить воду из крана. Ничего. Ну и что, у меня сразу горло лучше стало? Я сейчас пью просто... Правильно. Что? Сделала лекарство, пьет из холодильника холодное. Я, Володь, никогда из холодильника холодную воду не пью. Ты лекарство пил холодное свое? Лимонное. Ну, не такое. Сколько я его там пила? 30 грамм? Хватает. Но я же ее не залпом, как некоторые. Не, ну я понимаю. Я маленькими глоточками. Ты следуешь законам физики. Как в Советском Союзе у нас было, да? Замерз, надо выпить холодную водку. Я водку не пью. Речь не о тебе. Я говорю, как в Советском Союзе было. Замерз, надо выпить холодную водку. Вот юморист. У нас как немцы, они вот недавно... Bad Orb. Сколько километров отсюда? Не знаю. Ну, так скажем, 20-30, грубо. У нас молодежь. Мы поехали, говорит, туда кушать мороженое. Я говорю, слышь, ты зимой... У нас что, мороженое нет, да? Зимой, говорю, что ты... Поближе ничего не нашел, что ли? Ну, они, ох, может... там вкуснее. Я говорю, ну да. Ладно, девочки, мальчики. Володя уже, наверное, скоро почистит это. Я пошла тесто делать на орешке. Скоро. Ну, я... ты почистишь, а я тесто буду делать. Делай. А я потом в Интегру, я поеду, если это куплю и заеду. Ты серьезно не хочешь? Нет, я не буду донат кебаб. Как хочешь. Я худею перед Рождеством. Ага, день тебя спасет. Ну, меня не день спасет. Тебе надо, когда с собаками ходишь, надо как я вот ходить. Ну вот и пойдешь. Ну, сейчас просто я не могу, я, за мной этот идет, да? Кто? Жорик, его бедного калашматит. Ну, а одевать его? Он, наверное, забыл, зачем он на улицу вышел. У него такой вид. Ну, они сейчас... А это прет ей до фонаря, а этого он аж трясется. Ну, а... Ну, курточку ему одевать надо. Но я не любит курточку. Он, знаешь, как он ходит? Ну, он и курточку тоже не любит. Он ногу поднял и упал. Я ему... Потому что ногу вытащил. Как я говорю, я, знаешь, в тот раз с детьми сколько мы же ржали, потому что было смешно. Ну, Жорик часто ногу поднимает, его перевешивает. Он подбежал, короче, ногу поднимает, она у него из этого, из костюма вылазит, и он брык, Володь, из рук нога. Задние ноги в костюм не вставляются тебе на информацию. А почему передний тогда он? Не знаю, чтобы почему. Чтобы не попасть, наверное, да? Да что, он на двух ногах всего стоит, одну поднимает, вторую вытаскивает. Ну, а какого этого, он падает, если нога у него... Ой, Володя, все, ладно. Надо было мне штатив ставить, у меня уже руки трясутся телефон держать. Я. А ты разговорился, я никак не могу камеру выключить. Выходной же. Володя уже почистил все орехи. Я орехи измельчу. Ну, здесь, наверное, много у меня орехов. Измельчу в своей кастрюле. Не буду вот так вот их все рубить. Это будет сильно долго. А нам надо же все по-быстрому. В общем, я сейчас сделаю тесто вначале. Отправлю его в холодильник, чтобы оно там часик, ну, как раз пообедаем, и тесто подойдет. Так, все, сейчас быстренько. Моя новая лопаточка. Очень такая удобная, потому что, смотрите, она такая действительно сделана как лопаткой. Ей можно, ну, если обыкновенный такой шпателем вы не наберете, а это такая вот именно лопаточка, вы набираете. Так, у меня здесь мука. Рецепт у меня есть на канале. Я, в принципе, или оставлю ссылку вам.
Ну или напишу, не знаю, посмотрю. Сахар, масло. Рецепт проверенный. Всегда делаю только с этим рецептом. Кстати, этот рецепт, мне кажется, у меня даже был... Не знаю, откуда у меня этот рецепт. То ли мне его кто-то дал, потому что раньше у меня не было орешницы, и я брала у одной, ну, мамочки, которая тоже... Иришка, привет тебе, если ты смотришь. Как-то я у нее брала орешницу. Я не знаю, может быть, и рецепт она мне дала, поэтому я точно не помню. В общем, пакетик ванилина, пакетик разрыхлителя. Все делаем тесто. Это мы все перемешиваем. И тем временем, я сейчас просто не буду включать пока, потому что шумно. И тем временем, пока у меня здесь будет перемешиваться, мое тесто замешиваться, я белки немножко взбью обыкновенным таким вот миксером. И потом в самом конце добавлю туда просто белковую вот эту пенку. Добавила немножко соли и взбиваю. Сейчас покажу вам. Смотрите, вот такое тесто получилось. Оно, в принципе, уже хорошее. Теперь добавляем сюда белки. И еще раз все перемешиваем. Немножко сейчас подмешу его просто... Ну, форму соберу и отправлю в холодильник. Сейчас заверу в пищевую пленку. Видите, тесто хорошее, к рукам не липнет. Ну, я немножечко сюда на рабочую поверхность присыпала мукой. Ну, совсем немножко, там, грамм 5-10. Знаете, я еще люблю все вот так вот, ну, почистить. Я не знаю, у меня мама... Всегда, когда делала тесто, у нее чашка всегда оставалась просто-напросто чистая. Она все так хорошо всегда вычищала, не знаю, поэтому мне тут, вот, я такое вот грязное не бросаю мыть. Я обычно тоже люблю все почистить, не знаю. Мне как-то так удобно. Я когда даже в чашке тесто замешиваю, я тоже всегда вычищаю хорошо и потом только мою. Все. Сейчас заворачиваю в пищевую пленочку и отправляю в холодильник, чтобы оно немножко подостыло. Но это делается для того, чтобы масло немножко застыло, чтобы масло потом оставалось в тесте при выпечке. Ну, хотя оно и так будет выжариваться. Володя уехал в магазин, уже позвонил и сказал, мне, чтобы здесь что-то найти, нужно было 5 раз Лидл пройти. Я говорю, Володь, ты знаешь, а у нас сейчас Лидл такой большой сделали. И, в принципе, это не сильно удобно. Потому что, если ты что-то забыл, нужно очень много пройти, чтобы найти то, что тебе нужно. Очень большое сделали. Я говорю, Володя, ты как хотел. Я когда закупаюсь, блин, я каждый день там бываю. И постоянно я там что-нибудь ищу. Вот это мне тоже так особо не очень сильно нравится, потому что они постоянно еще все перекладывают. И перекладывают. Ну ладно, пусть походит. Все, и в холодильник. Ну и сейчас мы сейчас потом пообедаем. Кстати, Володя сказал, что он себе купит дёна, я дёна не хочу. Я сказала, купи мне просто салат. Знаете, в Лидле сейчас такие салаты продаются в таких бумажных круглых упаковках, очень вкусные. Сказала, купи мне с красной рыбкой, ну если будет. И соус не забудь мне тоже купить. Ну, посмотрим, что купит. Потому что там еще есть всякими морепродуктами, такие как креветки, еще что-то. Я такое не сильно люблю. И мне лучше что-то такое. Вот рыбка красная или курочка. Так, орехи я сейчас тоже измельчу в своей кастрюле. Кстати, кто-то меня спрашивал, вы без ситечка варите рис, девочки? У меня просто эта ситечка, корзиночка эта, она у меня всегда тут в машинке, ну, в кастрюле находится, поэтому я как-то даже не учла то, что кто-то может не видеть, что, в чем я варю свой рис. Так, сюда орехи я высыпаю. Включаем.
холодильник. Здесь сейчас буквально на пару секунд. Потому что сильно мелко нам не надо. И со сгущенкой, с вареной. Кстати, это мы тоже можем сразу же сделать. Буквально я пару раз на турбо нажала. Все. Сейчас выложу сюда сгущенку. Девочки, я решила все орехи, потому что если у меня останется начинка, Володя ее просто так докушает. Кстати, вчерашний пирог он тоже не стал кушать. Я думала, он мне все кушает, а оказывается нет. Так, кто у меня пришел? Там Жорка, наверное, пришел кушать, да? Ну, конечно, кто бы еще сомневался. Все, начинку я вот так просто перемешиваю. Еще я сюда могу добавить, вот, когда орешки буду делать, там же будут такие края не совсем ровные. Можно вот это вот, ну, вот это вот печеное тесто тоже добавить в начинку. Но не сильно много, потому что потом получается такая суховатая начинка. Я как-то помню, что я все так орехи обрезала, туда в начинку добавила. И у меня получилась такая сухая начинка. Поэтому, если у вас начинки, ну, я так думаю, что я в этот раз вообще ничего добавлять не буду, потому что начинки у меня получилось достаточно много. И поэтому я это тесто добавлять не буду, чтобы орешки были такие, ну, более такие сочные. Ну, все, вот начиночка уже готова. Вот такая вот начинка. Все, сейчас тесто полежит, и будем потом делать орехи с вами. Не орехи, а орешки. Что купили? Вино розовое. Это нам на подарок. Астичинзано. Ну, вторую бутылочку купили. Одну, может, на Рождество, а вторую на Новый год. Просто я его люблю, а без со скидки оно дорого стоит. А, душкель. Володя взял с персиком. Будем теперь персиком пахнуть. Лимоны. Девочки, вот это вот лапша. Как на спагетти мы всегда такую. Не на спагетти, а на лагман берем. Видите, она такая прямоугольная. Сейчас в Лидле. Я не знаю, это, наверное. Потому что в Лидле она не всегда бывает. Но, в общем, на этой неделе она в Лидле, по-моему, по 69 центов. Но это еще раз. Это мне Карина сказала. Я точно не знаю цену, но Карина сказала по 69 центов. Так, Володя взял 5 штук, а еще такие он взял. Окей. Это он взял соус, хотя его такой не просили брать. Ну ладно. Все, вот салатик, который я хотела, с рыбкой. Он себе взял дёнер. Сейчас будем обедать. И коробочку конфет вот такую вот. Но это нам тоже моя лампа отсвечивает в телефоне на подарочек. Ну, такой подарок, презент. И соль. Кстати, мне Сабрина звонит и говорит, мама, купи мне в следующий раз соль. Я говорю, Сабрина, что издеваешься, сейчас соль купить не можешь. Знаешь, мне Сабрина звонит, слышал, да? Ты что? Орешка застарела? Говорит, купи мне соль. И перец. Я говорю, Сабрина, она стоит дешево, купи себе сама. Так, она говорит, я забываю. Я вниз несу вот это все. Да. Но я потом хочу сесть и кушать, пока да. Горячий. Тесто полежало в холодильнике, наверное, где-то около часа. Вот такая у меня орешница. Я ее покупала в русском магазине. Все, сейчас она у меня нагреется. Так, я переложила начинку в кулек. Такой кондитерский. Потом здесь отрежу кончик, ну потом когда буду начинять. И я думаю, будет удобнее, да, так раз-раз. Я, правда, так еще не пробовала, но попробую. Так, вначале я буду делать тесто. Сейчас кусочек себе отрежу, а остальное уберу в холодильник. Буду просто отщипывать такие шарики,
Самое главное угадать, какие нам по размеру нужны будут шарики. Наверное, надо немножко побольше делать. Я их делаю тоже один раз в год. Поэтому, пока приспособишься, нужно... Ну, пока подобрать правильный размерчик, нужно, короче говоря, поэкспериментировать. Вот моя орешница нагрелась. Так, а сколько у нас? Сколько у меня там, по-моему, на 12... Мне надо 12 шариков сделать. Ну, чтобы сразу всю орешницу заложить. Орешки делать, конечно, долго, но зато они вкусные, их все любят. Смотрите, как я не считала, и у меня прям так получилось. Все, закрываем. Ну и посмотрим, угадали мы с размерами или нет. Что-то я немножко передержала. Не совсем, смотрите, не угадала. Все, я напекла, девочки и мальчики. Вот эти вот неровные края можно вот так вот счистить немножечко. Все, теперь я буду наполнять. Я уже здесь несколько штук сделала. Так, сейчас как-нибудь так поставлю, чтобы было видно. Да. В общем, я вот так наполняю. Кстати, девочки, из кулька очень удобно. Из кондитерского кулька. Прям делаете сразу вот так. Ой. Прям несколько штук. Они у меня, ну, сильно не остыли. Еще теплые. Так, надо с другого края брать. Очень быстро идет из кулька. Кстати, классная идея. Ну и все, и потом так берете. Раз, все, и склеивать. У меня просто сильно много получилось. Так, ой, немножко треснул. Ну ничего страшного, он склеен весь. Володе дадим. Попробую снять. Они потому что очень хрупкие, они же такие получаются песочные. И в принципе очень хрупкие. Собачки тоже здесь мои, потому что здесь вкусно пахнет. Девочки, мешочком наполнять вообще прям отлично. Соня, не проси у меня. Вам такое нельзя. Ладно, девочки, я буду дальше продолжать собирать орешки. Как соберу, покажу вам, сколько получилось. Прям вот так немножко, чтобы края склеились. Видите, как поскольку по много начинки получается? Ну, посмотрите, девочки и мальчики, какая у меня красота получилась. Вот это столько у меня орешков получилось, это у меня на одну порцию. Я их немножко так припылила сахарной пудрой. Я уже попробовала, поэтому сейчас пробовать больше не хочу, потому что они такие, ну, сладкие, сгущенка, орехи. Хотя само тесто очень нежное, и оно практически не сладкое, потому что там всего 100 грамм сахара на вот эту вот порцию. Рецепт, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии. Девочки, если я забуду, пишите мне. Потому что я сразу его не могу написать. Мне нужно его писать только тогда, когда у меня выйдет уже видео в эфир. Тогда я могу тоже так же, как и вы, написать комментарий.
и закрепить его. Заранее я это просто-напросто не могу сделать, поэтому, когда у меня иногда видео выходит, я еще забываю, что я еще рецепт не написала. В общем, всех поздравляю с наступающими праздниками. Рецепт с баклажанами будет тоже, ждите. Завтра сделаю. Не знаю, может быть, это будет уже поздно, но я постараюсь с утра сделать и пораньше, наверное, его выложу в интернет. Ну, как быстро успею смонтировать. Ну, и потому что, ну, может быть, кто не успеет приготовить на Рождество этот рецепт баклажанчиков по-корейски, то, по крайней мере, можно приготовить еще на Новый год. Ну все, на этом я буду заканчивать. Всем, кому было интересно, оставайтесь, подписывайтесь. Ну и всем пока-пока!